Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я хотела продолжать делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре, друзья, у меня 5 кранов, они все из одной серии. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Поэтому я решила их объединить, а не писать по каждому крану отдельное видео. И в некоторых из них я буду ставить монеты на вывод. Значит, ну первый кран Трон Пик. Давайте соберем монетки. Здесь все просто. Так, лесопеды. Подтверждаем. Клейм. Монетки засчитались. Это баланс вывода. Значит, здесь у нас, пока мне здесь выводить нечего. Заходим раз в час. 15 криптомонет Трон. Минимум на вывод. Как видим, у меня еще баланс недостаточный. Далее. Здесь вот реферальная ссылка. У меня есть на YouTube видео как бы по этим, по этому крану вроде бы. Следующий. Solana. Solana Peak. Soul Peak. Значит, смотрите, вот здесь есть бонусы. Не забываем проверять. Появляются периодически здесь также. У меня вот здесь Iron. Уже как бы собираем монетки. Так, нажмите на кружок, содержащий только одно животное. Животное. Птички, птички, птички. И что это тут? Животное-то ящера. Ёк-макарёк, ну ладно. Одно животное. Это что ли готово? Попробуйте еще раз. Давайте. Так, это кот. Здесь кот. Угу. Кликаем. Все, монетки мне засчитались. Так, далее что у нас тут? А, бонусы, ребятки. Давайте соберем бонусы. Смотрите, видите бонус? У меня 8 бонусов. Я могу собрать. И поехали. Один, два, три. Я буду ставить на вывод вот это. Четыре, пять, шесть, семь. И 8. Все. Все. Видим, здесь по нулям вот эти бонусы стали. Ставлю опять и на кран. Так, значит, и здесь вкладочка вывод. Кликаем. Ни разу не выводила с таких кранов. Значит, и видим, что у нас тут минимальный вывод. 0.2025. У меня на балансе 0.2026. Так, давайте переведем на вывод. Ой, на русский. Так, минимальная сумма. Так, ля-ля-ля, тополя. И что здесь вы можете вывести? Ваше, вы можете посмотреть подтверждение здесь. Ладно. Так, ну и это вот комиссия 301. Бог с ним, пусть будет комиссия, неважно. Так, сюда Solana адрес. Я открыла вот этот кошелек. Сейчас я скопирую адрес. Вставляем адрес. Сюда что у нас? Сюда. Так.
всю сумму. Чик. Ух. Здесь я беру, поставлю 0. Вот так. На всякопожарный. Комиссию вот это у меня снимут. Так. И давайте раскатаем капчу. Там белочка. Дальше. Где у нас тут белка? Так же. Готово. Угу. И папам кликаем. Чик. Все. Все. И что там зеленым-то сгорелось? И. Давайте-ка переведем, что здесь написали. 6 секунд. Не подтверждено. Нужно ждать подтверждения. Вот. Так, где мой кошель? Я так полагаю, что здесь вывод. Вывод здесь. Да, в ручном режиме. Я ждать не буду, потому что я поставила их на вывод. Когда монеты придут, я спешу новое видео. И, естественно, как бы покажу все это. Так, следующий у нас идет BNB. Так, что здесь у меня один бонус есть. Он периодически как бы появляется. Здесь также раскатываем капчу. Подтверждаем, клейм. Все, раз в час заходим. Здесь у меня также недостаточно немножко на вывод. Здесь минималка идет 0.202. Вот. Следующий экран. Доги пик. Здесь также у меня подождите. Возвращаюсь я на кран. У меня еще здесь этот бонус я не забрал. Давайте ролл. Вот, монетки капнули. Теперь вот в доге. Здесь нет у меня бонусов. В самый низ опускаемся. Лестница. Подтверждаем клейм. А здесь тоже у меня на вывод пока нету монет. Долгий пик. И минималка здесь у нас идет. Ой. Не туда, пардон. 10 монет Dogecoin. Значит, и вот этот я еще буду ставить на вывод. Это у нас Tron King. Но это одна серия идет. Кликаю кран. Собираем монетки. Лестница. Подтверждаем. Кликаем вот на зеленую вкладочку. Все, монетки засчитали. Скрываем. Так, так, так. Будем ставить на вывод. Клик вот сюда. Видите, у меня 19 монет. Здесь, по-моему, если память не изменяет, вроде как 15. Так, здесь вот видим, я нажала на валет. Здесь вкладочка депозит, он нам не надо. И вкладочка вывод. Значит, да, минимум на вывод 15 монет. И они берут комиссию 0.2 монеты. Так. И выводить я буду. Поставлю я адрес вот этот. Копируем адрес. Вставляем. Так, и здесь я сумму надо, наверное, вручную. Поставлю 19. Точка. Что у нас там? 8. Вот так поставлю. Кликаю вывод.
парам. Все. Я монетки поставила на вывод. Не подтверждено. Я также думаю, что это все в ручном режиме. Сейчас посмотрим. Ну, плохо, что не это самое. Не инстантом, конечно. Ну, главное, платил бы. Нет, монетки мы еще не пришли. Ну, вот как-то так. Все ссылочки будут в закрепленном комментарии под видео. Кому интересно, заходите, собирайте. Раз в час, раз в день хотите, как хотите. В общем, на этом все. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!